для того, чтобы их отлить, сплавить и отлить что-то, чему они будут поклоняться, то есть идолам. Когда женщины об этом узнали, они отказались. Они сказали, нам это не нужно. И участие в вашей авантюре мы принимать не будем. А что же сделали мужчины? Они так и собрали вот это вот все. И получился у них золотой телец. К этому времени Моше Рабейну уже спускался с горы Синай с двумя скрижалями завета, на которые были написаны своды законов, 10 законов, 10 заповедей. И